Приветствую всех, дорогие друзья! С вами опять Ольга Карпович, бизнес-проект «Партнер». Новинки 16-го каталога. Это так интересно. Я всегда люблю именно тот период, когда начинается новый каталог, и посмотреть быстрее, заказать новинки, которых вообще у нас не было. Вы скажете, какой новый каталог? Еще до конца нового каталога, еще очень долго. Ну, я с огромным стажем VIP-консультант и могу заказывать новинки за 2 недели до начала каталога. А VIP-консультант скоро буду рубин, так что я уже очень-очень давно делаю по 100 баллов. И просто, ну, вам не передать, как я рада, что у нас есть вот именно такое преимущество для VIP-консультантов. Итак, чувствуется Новый год. Уже можно заказывать. Сейчас я распечатаю, вам покажу магнитик. Артикул 11580, свинка. Следующий год, 2019. У нас Новый год свиньи. Ну, кто как назад, кто розовой, кто пудровой. Но что самое интересное, как только у нас начали выпускаться вот такие аксессуары к Новому году, как магнитики, календарики, вот с тех пор я всегда беру себе магнитик. Поэтому у меня это уже 7-й магнитик. С ними ничего не становится, они красиво висят у меня на морозильнике. И я вот так вот считаю, сколько лет я в компании Faberlic. Мелочь, но помню. Поэтому заказывайте, особенно те, кто из Беларуси, потому что я полностью уверена, что их разметут за пару дней. Дальше. Сейчас в 15-м каталоге всем предлагают акцию. И, конечно, я ей воспользовалась. У нас она часто бывает. Это акция на новые водички, которая называется 1 плюс 1 равно 3. То есть, получается, 2 вы берете, но надо или 2 мужских, или 2 женских. И третья вам выходит в подарок. Итак, я заказала новые водички. Артикул 3279. Это мистер Инкогнито 50 мл. Основные ноты: черный перец, клементин и кедровое дерево. Вот эта водичка Мистер Инкогнито мне больше нравится, чем водичка для мужчин, которая у нас есть Инкогнито. Там очень выраженный цитрусовый запах, прям очень выраженный. Я такие не люблю. Мне кажется, они, ну, очень быстро могут надоесть. А вот здесь есть что-то из предыдущей водички Инкогнито, но добавлена пряность. Богатый запах. Если вы любите вот что-то такое интересное, заказывайте. Тем более сейчас выгодно. А еще лучше, сейчас идет Новый год. Взяли маме, брату, куму, а мужу в подарок. Чем плохо? Очень хорошо. И женская водичка. Артикул 3046. Это тоже новинка 16-го каталога. Называется она Миссис Инкогнито. Цветочно-фруктовый гурманский аромат. Основные ноты: сладкий апельсин, розовое дерево и мадагаскарская ваниль. Ваниль чувствуется, но не сильно, но запах мне нравится. Я вообще люблю сладкие, но не сильно сладкое, но чтобы она была сложная. То есть я люблю сложные ароматы. И вот это, я сразу говорю, это мой аромат. Также я напоминаю, что это парфюмированная вода, поэтому держится намного больше. Тоже в 50 миллилитрах.
Поэтому еще раз вам напоминаю, что спешите до 4 ноября. Вы можете взять по акции 1 плюс 1 равно 3. Но нужно или 3 мужских, или 3 женских. Женские тоже. Скоро Новый год. Спешите сделать всем подарки. Ну, а сейчас покупки для дома. Новое мыло для кухни. Только, что самое интересное, у меня еще старое не закончилось, зеленый чай. Хотя после зеленого чая у нас уже вышло мыло экзотические фрукты. Но его настолько долго хватает. Кто не пробовал, посмотрите, какое оно густющее. Одного нажатия хватает, чтобы помыть руки. Особенно даже если они у вас очень и очень сильно жирные. Плюс помыть разделочные доски, ножи. В общем, все, с чем вы сейчас работали, можно помыть. И в чем его изюминка, что оно удаляет неприятные запахи. Ну, а это земляника. И меня радует, что компания... Ну, прям земляника-земляника. Прям как будто только из леса вышел. Артикул мне сказала 11213. Меня радует, что компания, вот кажется, сейчас осень, слякоть, холод идет, а она нас возвращает в лето. Заказывайте, если пользуетесь таким. Но я думаю, если не пользовались, обязательно попробуйте. И потом будете меня вспоминать. И новинка, на самом деле новинка. Такого у нас никогда не было. Это водный спрей для разглаживания белья. Здесь у нас 250 миллилитров. 250 миллилитров. Значит, состав более 30% вода, менее 5% НПАВ на основе касторового масла, функциональная добавка на основе растительных протеинов, отдушка, консервант. Вот такой состав. Есть такой небольшой легкий аромат даже весны, можно сказать. Как только расцветают первые цветочки, зелень, легкий такой ненавязчивый аромат. И что нам говорит производитель, что облегчает глажение, в том числе пересохшего, сильно помятого белья, а также белья из плотных и льняных тканей, защищает волокна от тканей от термального повреждения, снимая статическое электричество, придает приятный запах, и это точно запах приятный. Также подходит для разглаживания вещей из легкой ткани без использования утюга. Я еще, конечно, не пробовала, это у нас новинка, но спешите приобрести ее в 16-м каталоге. Почему? Потому что в 16-м каталоге она дается со скидкой 50%. Будет всего лишь 2 рубля 89 копеек по каталогу. А если вы у нас зарегистрированы и имеете дисконтную карту, так это еще дешевле. Потому что, как у нас всегда бывает, сначала, когда новинка дешевле, а затем пару каталогов подороже, поэтому спешите. И новинки из серии по уходу за обувью. Пару каталогов назад у нас появилась именно такая линия по уходу за обувью. И вышли две новиночки. Это крем для обуви из гладкой черной кожи и крем для обуви из гладкой коричневой. Нет, бесцветный. Смотрите, как оно интересно сделано. Значит, здесь крем. Но раскручивать не нужно. Мы просто снимаем верх. Как и в обычных обувных магазинах, что продается. Получается, надавливаем. Крем появляется на губке. И очищаем. Но... Чем меня порадовало, заметьте, здесь,
чтобы не вытекало, в колпачке есть такое отверстие, которое попадает именно в то отверстие, куда у нас появляется крем. Что мне нравится, что оно сделано в тубе, и его можно кинуть в сумку или, допустим, в машину, чтобы было почистить. Тем более сейчас осень, слякоть, и это очень удобно. Не сказала артикулы. Значит, бесцветный крем, артикул 11431. Для черной кожи 11430. Использование сейчас зачитаю. Нанести, понятное дело, на очищенную сухую поверхность обуви, дать подсохнуть и отполировать до блеска. И цены тоже очень приемлемые. И, конечно, если вы все знаете, если мы еще и экономим, и плюс еще не только экономим, но за все покупки мы получаем накопленные баллы, а потом за эти же баллы можем брать подарки. Поэтому это очень выгодно и очень удобно. Понравилось видео? Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Если у вас нету еще скидки, заполняйте форму снизу. Я с вами свяжусь. Всем спасибо за просмотр. С вами была Ольга Карпович. До новых встреч!